Готов и проект мемориала, который планируют создать на месте разрушенных подъездов. Инсталляция будет изображать 39 белых птиц, взмывающих в небо. Частью мемориала может стать сохранившаяся стена дома номер 164, если после повторной экспертизы его признают безопасным и не будут сносить. Проект уже готов, его разработали с учетом пожеланий жителей. Рядом с памятником планируют разбить сквер. Там по количеству жертв трагедии высадят 39 деревьев, обустроят клумбы с многолетними цветами и пешеходную зону со скамейками и урнами. Рядом разобьют зону для массовых мероприятий и спортплощадку с полосой препятствий и прорезиненным покрытием. Напомню, идея возвести мемориал на месте 7 и 8 подъездов была поддержана губернатором. Один из архитекторов предлагал на месте обрушения установить стелу с именами погибших и ребенком в кроватке. Теперь администрация Магнитогорска хочет услышать мнение всех горожан. Для согласования проекта жильцов дома пригласят на встречу.